В Югре апробируют федеральный закон о муниципальном заказе государственных услуг в социальной сфере. Закон разработан Министерством финансов. Югра вошла в число регионов России, в которых пройдет апробация этого закона. Положение закона и дату начала его функционирования обсудили на заседании Общественной палаты Югры. Участникам планируется передать услуги образования, здравоохранения, спорта и туризма. Например, в округе хотят отдать в частные руки подготовку по неолимпийским видам спорта, например, шахматам. Именно на этом направлении планируется проверить работу закона. Услуги в этой сфере будут предоставлять негосударственные поставщики, предприниматели и некоммерческие организации на средства субсидий. Общественная палата будет отслеживать качество и удобство предоставляемых услуг. Это будет главным показателем успешной работы нового федерального закона. Наша задача общественников дальше осуществлять контроль с точки зрения удобства и комфорта при передаче услуг непосредственному получателю услуг, насколько эти услуги станут качественные, насколько жителей будет больше интересовать такое направление, как шахматы, и насколько данный закон позволит расширять этот рынок, формировать действительно устойчивую конкуренцию и, повторяю еще раз, за счет этого формировать качество.